Здравствуйте. Все? Туда, кладите. Где вот там? Злых собак снимаю. Вот они, злые собаки. Вот они. Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья, собаководы. Я хотел бы обратиться, конечно, к размноженцам, потому что я сам размноженец с огромным стажем, и этим очень горжусь. Там никакой я не разведенец, никакой там не шоушник. Ну, хватит тебе. А просто размноженец. Это он шутит-то. Занимаюсь размножением собак. Значит, все мы знаем, да, что театр начинается с чего? С чего начинается театр? С вешалки. С вешалки. Правильно? Банальность. Правильно. А любой питомник начинается прежде всего. Ну, если это нормальный питомник, конечно, если это не куча собак на диване. Не только питомник, по-моему, любой владелец собаки должен об этом подумать. Я имею в виду люди, которые действительно разводят и которые живут за городом. А которые просто опасную собаку содержат, не должны об этом думать? В первую очередь, я думаю. Я не про городских. Вообще не хочу про городских говорить. Я не про городских. Вот бегут собаки, не пойми какие, по улицам. Вот. А питомник, любое содержание начинается именно. Ты в тень зашел, иди на свет. Именно начинается с забора, со входа и той безопасности, которую вы должны создать для того, чтобы все окружающие, проживающие вокруг вас, не боялись того, что ваши собаки могут выскочить в любой момент и кого-нибудь прихватить. Вот я просто покажу, как сделано у меня. Ну, и сделано очень все просто. Та собака, которая пытается выйти и кого-нибудь захватить. Значит, во-первых, прежде всего забор. Вот забор. Он бетонный. Непосредственно он стоит просто на земле. В стаканах. Ну, имеем декоративный кирпич. Декоративные металлические панели. Ну а сверху обязательно, конечно, будет этот самый козырек, потому что через такой козырек очень тяжело перелезть, даже в принципе не только собаке, но и человеку. Очень удобно. Ну, ворота, соответственно, конечно, откатывающие, потому что в наших условиях распашные ворота не действуют, потому что зимой ты их хрен откроешь, и только вот откатывающиеся ворота, они хорошо функционируют, и хорошо чистятся, и пригодные для нормальной эксплуатации круглый год. Значит, вход. Прошу обратить внимание. Две калитки. То есть, иди нафиг. Отойди отсюда. Две калитки. Почему две калитки? Вот это калитка. Вот. Это как бы калитка для ознакомления, кто приперся. Понимаете? Вот она закрывается. Вот такой крючок скрытый. Его никто не видит. Это очень надежная конструкция. Здесь приварена внизу сетка специально для мелких собак, чтобы они не могли выйти, если они проскочут. Ну, а вот этого достаточно для крупных собак. Поэтому, когда человек приходит, вот он пришел, да, человек. Петя, пошел. Вот, пришел человек, мне надо поговорить с ним. Я выхожу. Все. Какие-то вопросы мы порешали, да? Если даже собаки выскочат или прорвутся, то вот эта калитка закрывает от выхода на улицу. Ну и вот. А вторая калитка, она глухая. Ну, это как бы закрывается вообще полностью тут.
Значит, дальше. Вот если мне надо каких-то собаку, допустим, забрать, ну, чтобы выйти на улицу, у меня здесь есть тамбур такой. Тамбур. Дай-ка сюда. Бери сюда. Вот он тамбур, рабочий тамбур. Вот он тоже закрывается. Я его закрываю. И я могу взять, вот в тамбур увезти любую собаку. Здесь ее, значит, одеть для прогулки, то есть надеть амуницию, и спокойно выйти. Также и зайти. Когда я прихожу, опять же, мы пришли, закрылись, через тамбур прошли. Все, я выпустил собаку, собака ушла. Вот такие пироги. Ну и, конечно, все должно быть чистота, порядок. Вот, обратите внимание, у нас огромный питомник. У нас никогда не бывает говна, срачи. У нас всегда все чисто, все убирается. То есть это ответственное тоже собаководство называется. Конечно, ответственное. Не то ответственное собаководство, о котором там РКФ щебечет у нас, понимаете, про ответственное собаководство. Не знаю, о чем они там вообще говорят. Ответственное собаководство — вот так надо жить с собаками. Ответственно. С их точки зрения это и есть мяу, понимаешь? Да. Вот это вот мяу. С точки зрения домогаской. Она считает, что вот мы мяу, а они вот болтуны. Они не мяу. А это офис, который построен опять же нами. Не это... снимаем где-то, а это наш личный офис. Да, это наш. Мы здесь принимаем людей, которые хотят какие-то получать знания. Это не жилое помещение, прошу заметить. Это так называемый наш клуб Авеста города Всеволожска. И все. И весь город Всеволожска об этом знает. Вот такие мяу. Да, вот такие. Они мяу где-то снимают, не пойми, какие углы. Да, и имеют по 5 клубов. Да, имеют по 5 клубов. Каких-то скрытых, непонятно. А то и больше. Ну вот. Вот так мы живем. Давно живем. Ой, давно живем. Сколько денег-то потрачено? Наших личных. Они тратятся каждый день, эти деньги. Для того, чтобы... У размноженцев только так. Да. Понимаешь? А как? У размноженцев-то еще может... Это только у великих. На диванах они сидят, понимаешь, и пошел, в этим самым таскаются. А у размноженцев только так, деньги постоянно на собак. Хорошо, я, Андрюшенька, вот так вот. Ну ладно. Все, пока. Учитесь, граждане. Да.